Друзья, всем привет! С вами подкаст «Продажные блогеры». Вы можете подумать, что здесь куча алкоголя, да? Это похоже на коньяк? Никто не подумает, что это алкоголь. Я подумаю. Нет, это не алкоголь. Почему ты за меня думаешь? Ну, я говорю о том, что это точно не алкоголь. Похоже на коньяк. Это вообще ни разу. Очень похоже. Нет. На очень такой хороший, дорогой, на темное пиво. Нет, ни разу на пиво не похоже. Короче, это все варианты, не все. Да, давай объясним, что это такое. Это варианты еще колы. Раз. Мы назовем это маркетинговое исследование. А как кока-кольный сомелье, мы решили сравнить, влияет ли этикетка на вкус. На восприятие. На вкус. На восприятие вкуса. Ну, окей, допустим. Ты со мной сегодня все время не соглашаешься. Короче, тут 6 вариантов кол. Есть кола, пепси и еще 4 бренда. Ну, вы это видели в начале, когда Саша разливала это все. И мы сейчас их попробуем. Мы должны найти колу. Колу. Кока-колу. Хорошо. Вот именно колу. Хорошо. Сразу же проговори, что вот это за бокальчики. Это вода. Для чего она? Вкусовую эту, короче. Кока-кольные сомелье должны немножко пить воды, чтобы между приемом, да? Давай начнем. Хорошо, ладно, подожди. Так. Нет, хорошо, сначала надо сначала понюхать. Нет, ну это точно не кока-кола. А тебе весело будет там, да, сидеть за кадром? Не, ну это точно кола. Да нет. Это 100% не кола, это какая-нибудь белая кола. Это, я не знаю даже, как выглядит. Вот ребята мне за кадром такие говорят, ты не знал, что такое белая кола? Да откуда я должен вообще был знать, что такое белая кола? Не, ну это 100% не кока-кола. Я согласен. Нет, так слушай, извини меня, угадать где что, у нас была задача другая, надо было найти колу. Да нет, ну ладно, давай попробуем. Задача со звездочкой найти пепси. Это очень похоже на вкус, по вкусу либо добрый кола, либо волчок, мне почему-то кажется. Я не пробовал волчок, я пробовал добрый кола, очень похоже на вот это. Это уже второй, блин, как это быстро это. Это тоже не кола. Она вообще даже не пахнет ничем. Это не кола. Она даже не пахнет ничем. Я чувствую, у меня сейчас сахар в крови улетит в такой космос. Это вот это самое дешевое из этих кол. Давай сотрясать воздух. Так, давай. Подожди, ты можешь, ты кока-кольный дел мастер. Ты куда так разогнался? Я еще второй не попробовал, ты уже третий бахаешь. Ну, я не знаю. Ну, короче, это по вкусу. Вот мне кажется, что вот это что-то из двух. Добрый и волчонок. Тут оттенок какой-то постфактум, что-то не то. Вот это так вот, оно даже волчок. Не пахнет. Это как будто на волчок похоже, но я могу делать выводы, когда я попробую все. Но а белая кола, ты знаешь, как пахнет белая кола? Белая кола, когда она пахнет теплая, плохо. Она пахнет чаем. Но здесь не теплая, хорошо, давай. Ну вот прям белая кола, это мой бокал. Ой. Я уже пил отсюда. Вот когда белая кола теплая, она прям чай. Я прям чувствую себя каким-то, дамы и господа, здравствуйте, сегодня с вами такой невероятный вечер. Фу! Ты чувствуешь, как это... Да ладно, пахнет. Нет! Во-первых, Оно пахнет... Оно как будто волчонок насрал. Понюхай! Да ты что, у тебя другое, что ли? Нет, я даже пробовать это не хочу. У тебя большая площадь испарения воздуха. А ты же потом поставишь сюда вот по бутылке? У тебя очки запотели аж. Да, я переволновался. Настолько говном пахнет. Говорю, у тебя большая площадь испарения, и из-за этого... По-другому запах воспринимается, как с вином. Блин, не дай бог это кока-кола будет, это же просто какой-то провал. Я, ну, получается, что я не патриот. Нет, наоборот, патриот. Так, хорошо, давай следующее. Ну, я думаю, что, наверное, это белая кола. Я не знаю. Я не знаю, почему. Все белая кола. Я, понимаешь, я сознательно избегал вот это фанки, колу, вообще ни разу ее не пил. Поэтому я не знаю ее вкус. Да что, ты туда подмешивал что-то? Это еще более отвратно пахнет, чем вот то. Ты чувствуешь? Мы идем по такой. Это пока очень плохо. Вот так мы просто идем. Фу, нет, да можно, ладно, можно не пробовать? Колы запах. Я знаю, что это фанки-кола, можно не пробовать? Блять, фу. Оно пахнет реально даже не химикатом. Господи, какой отвратительный вкус. Это невозможно. Фу. Мне неприятно. Бля, вот это самое мерзкое. Так, подожди, что вот до этого было? Вот это? Да. Вот, бля, что? Нет, вот это было. Это. А что будет, если их смешать? Вот этот запах говна? Подожди, не надо смешивать. Давай найдем колу. Это, знаешь, ощущение, как будто мне этот, омывайку.
Ладно. Может, мы бокалы плохо помыли? Нет. Давай. Пахнет. А прикинь, вот я чувствую, вот я знаешь, я знаю, Сашу, везде был ром. Я знаю, Саша, вот эти благородные бокалы, настоящая кола где-то здесь. Давай, ближе. Вот это уже... Да ты меня бесишь, ты каждый раз первым говоришь, я не успеваю высказать свое мнение. Все, я нашел колу, бля, все. Подожди. Кола вот тут. По запаху сразу все узнаю, даже пробовать не обязательно. Это на Пепси похоже. Нет, это не... Где-то там Пепси, прикинь. А у нее газов нет почему-то. Подожди. Слушай, так, а где газы? А что было первое, вот это? Угу. Почему газов нет? Вот это Пепси. Это Пепси, 100%. Здесь слишком химозный... Не туда зашло. Привкус. Не туда зашло, да? Волчонок, наверное, да? Ладно, давай, последний. Кстати... Обрати внимание, я еще ни разу не... А подожди, я еще не воспользовался даже ни разу. Я постоянно, у меня прям сладость. Так, подожди, стой. Кола. Чистейший запах, невероятная Кока-Кола. Просто он, этот запах божественный. Американцы, конечно, свое дело знают, блядь. Ты знаешь, с чего Кока-Кола-то пошла? От кокаина. Да ладно. Мне сейчас закажется фанки-панки, блядь. Нет, ну это очень похоже на колу. Вообще не похоже. Очень похоже на колу. Это вот я когда... Бля, вот мы сейчас обосремся с этими слепыми тестами. Это маркетологи, блядь. Это было, короче, у Вилсакома. Такая херня. Они напробовались. И колу оригинальную засрали больше всего, потому что у нее типа сахара то ли меньше. Ну, короче, не такое соотношение, как у типа подделок. И когда ты пьешь их и на фоне пьешь колу, тебе кажется, что она не, ну, не насыщенная, не вкусная. Давай еще. И я пытаюсь отталкиваться от обратного, потому что это мне на колу тоже не похоже. Оно все не то. И, короче, я прихожу к выводу, опять же, о том, что логотип-то решает. Все уже полезло. Фанки-манки наружу. Просто подожди. Или это волчонок? Это добрый. Я первое, что хочу сказать. Когда я пью добрый, ну, колу, у меня не те ощущения. Какой из них? Подожди, какой был? А второе, что я хочу сказать, надо, знаешь, пойти методом исключения. Я предлагаю пойти методом исключения. Короче, называем, допустим, какой-то бокал, в котором мы точно знаем, что это не кола. Вот это не кола. С ним вести кулинарное шоу каждый раз. Он, блядь, на своей волне пошел уже в морозовку. Это не кола. Вообще все равно. Ты меня слышишь? Подожди. Бля. Можно мне сделаю предложение? Да, давай. Выбираем, что точно не кола. Я выбрал уже. Ставим, ну, как бы, вот эту штуку, а ты ставишь, что это было за... Ну, нет, за давай лучше, нет, чтобы было проще. Давай мы идем по порядку. Мы вот первое выставляем и говорим, это было то-то. А Саша говорит, это то или не то. Короче, ладно. Хорошо, надо найти просто колу, да? Сука. Я сейчас сдохну. Так, ладно. Это говно точно колой быть не может. Это либо кола, либо пепси. Очень похоже на пепси. Ну это, блядь, просто кал какой-то. Я не знаю, как это вообще. Точно не пепси. Не дай бог, это пепси будет. Это похоже. Но мне не хватает сладости сейчас. Бля, все, я, меня запутался. Я, вот я теперь... тебе говорю. Во-первых, запей. Это точно не кола. Я даже не знаю, я говорю, как фенобутират какой-то. Но он пахнет реально, я просто не понимаю, кто это будет вообще. Это точно не кола. Блять, еще с носом пиздец. Ну, можем разные выбирать. Ну, пахнет пиздец. Нет, это точно не кола. Это запах невероятно химического... Ну, это то, что я оставил. Прикиньте, закажется, вот эти две, это Пепси-кола. Я не верю, что это кола. Ну, прям... Пепси-кола и Кока-кола. Если это кола, я прям ее перестану пить. Ну, вот если серьезно. Вот, типа, публичное заявление. Если это Кока-Кола, вот это если кола, я ее больше не покупаю вообще. Сас, ты знаешь, что делать. Не, ну смотри, ну радует то, что мы с тобой синхронно одно и то же выбрали. Значит, все-таки у нас с тобой рецепторы вкусовые какие-то есть. Они уже в сахарном аду. Надо было без сахара брать. Очень похоже на колу. Скорее всего, это добрый кола. Щиплет как надо. Но это не кола. Нет, я вот тут не согласен. А это вот, если ее взять под десна... Снюс, да? Ты про снюс? Я не знаю, я не из Петербурга, у нас такого не было. Она щиплет как надо. Под вопросом.
Я уже не могу ее пить, честно. Мне уже плохо. Нет, это точно не кола. Давай. Подожди. Сейчас скажут, в воду попьет, скажут, что это кола. А, господи. Вот эти сложности выбора. Так, что в следующий раз пробуем? Чипсы, сок. Водку сравниваем. Не, спасибо большое. Ты знаешь, что у водки разный вкус? Да, ты нашел с кем сравнивать водку, который человек, который... Я, короче, ее продвигал, и к нам приехал, специальный вид, водочный сомелье, который 6, по-моему, видов водки поставил, и она прям отличается по вкусу, представляешь? Я перебоюсь. Вот это добрый кола. Последний. Пепси. Я тоже думаю, что это пепси. Пепси и кола. Вот это очень похоже на этот, на пепси. Сейчас, когда мы это все выберем, Саш, ты нам скажешь, что мы выбрали правильно-неправильно, я потом хочу попробовать угадать, насколько мы там верно расположены. Вот это меня смущает. Это фанки-манки какой-нибудь. Вот это типа добрый кола, мне кажется. Ну, или вот тот добрый кола. Или вот это вот. Вот это мне больше напоминает добрый кола. Господи. Как трудно жить. Как ты не запиваешь. А что запивать-то там? Блин, хочется, знаете, что еще сравнить на самом деле? Хочется сгонять в Макдональдс настоящий, взять там чизбургер во вкусный точка, сделать слепой тест, и потом, чтобы маркетологам показать, что на самом деле все это фигня. Вот это, я напомню, вот это, мне кажется, пепси, а вот тут кола. Вот это прям очень похоже на колу. Давай что-то другое выберешь, чтобы у нас были разные эти, ну. Это кислая кола. Почти на 100% уверен, что это кола. У меня уже газики выходят. Это пепси. Это я не знаю, что. Ну, добрый это, кола. Вот это вкусно. Добрый кола. Это вкусная штука. Очень похоже. Волчок с привкусом. Может быть, добрый. У нас меня не сошлись. Ну, кто сделал вот эти два калища, я просто не понимаю. У нас меня не сошлись. Кола, пепси. Итак. Вноси в студию. Я внесу. Но я надеюсь, что я правильно все послежу. Что? Что? Типа, что ты? Нужно пересмотреть видео. Ты гонишь? Где я наливаю? Ну, смотрите. Я печень уже... Так, вот это волчок, это добрый. Мне кажется, все правильно. Смотрите. Да. Мы ни хера не угадали. Так, говорит, кажется, мы были... Я думаю, ты все перепутала. Подожди, в смысле? То есть мы сказали, что это волчок? Да ну нафиг. Подожди, в смысле, какой волчок? Ты перепутала точно, такого быть не может. Блять, как вот я сейчас пью кока-колу со вкусом обсера. Худше. Подожди, а вот это что? Худше это белая кола. Блять, мы сказали, что фанки-манки это кока-кола? Ну я вот про этот еще сомневался. Это и вот есть это кола. Что? Нет. Это вот кола. А, да, вот она. Подожди, мы уже... А, ну да, мы же с тобой говорили. Я тут сомневался. Так, а хорошо, что теперь самое мерзкое вот это вот? Это пепси. Не, вот это вот. Это белокола, я же сказал. Пиздец, никогда, что, худшее, никогда, блядь, не покупайте. Я даже не знаю, вот реально, как тосол смешали с омывайкой, и это налепили надпись белокола. Это белорусская? Нет, блядь. Ну это вообще просто... Украинская по названию, как ты понимаешь, белокола. Короче, самый, ну, как бы... К сожалению, вы же меня простите, это самая отвратительная кока-кола, которую я пил когда-либо в жизни. Потом. Меня фанки-манки удивило. Вот это что? Добрый кола мне тоже не понравилось. Вот это кола, да, получается? Мне нравится, как Саша говорит, ну мы почти все угадали. Да, мы все угадали. Блять, вообще все, блин. Я не говорю такого, что вы все угадали. Ты сейчас так и говоришь, ну вы, кажется, все правильно почти расставили. Есть сомнение, что она правильно налила. Я считаю, вот что она неправильно налила. Я не верю. Я не верю, что я мог настолько обосраться просто. Так возьми колу, налей. Фанки-манки только нет. Больше. Да, она оказалась нормально. Хоть название тупое, просто жопа. В начале ролика пробовал вот этот вот фанки-манки и говорил, что это омывайка и что это пить невозможно. Да. А потом в следующий раз, когда он начал... Я тебе говорю... Он сказал, что-то на колу похоже, очень вкусненько. Это вот запахи, вот из-за того, что он такой большой, оно бьет больше в нос. Ну, волчок мне нравится. У нас с тобой, ну, мы же тогда еще сомневались. Ну, мне волчок прям нравится. Я ее пью постоянно. Ну, ладно. Похоже. Как так, блядь? Подожди, пепси где? Пепси, это вот эта херня. Уже похоже? В смысле, я ее выбрал. Вот это волчок. Я решил, что это пепси. Говорил, что это... Но вот сейчас уже вкус вообще другой.
Ну что, получается, маркетологи... А я решил не идти от логики, а я решил идти от... С подливой обделались, да, получается? Так наоборот, мы доказали. Что доказали? Что бренд влияет на восприятие. Я не согласен. Я в жизни не буду покупать Funky Monkey. Мне безумно не нравится. А я знаю, что я в жизни покупать не буду. Белую колу? Никогда не покупайте. Просто я не... Почему она такая? Я тебе говорю, она когда станет теплая, она по вкусу как чай. Она реально просто отвратительная. Я ее пил в универе. Ужасное время. Так, надо пойти и инсулин вкалывать себе, короче. Ты просто зажрался уже.